Всем привет, ребят. Мы продолжаем проходить Elden Ring. Будем изучать сегодня Долину Великанов, то есть заснеженные районы Elden Ring. Поехали, поехали. Так, значит, что, по прямой я, в принципе, пробежал, там все изучил. В принципе, там больше делать нечего, надо уходить, наверное, ну, по крайней мере, по горам особо не дают резво перемещаться в разные стороны. Есть вариант только идти вот по этой тропинке. Поэтому у нас тут недалеко карта расположена. Вот мы сейчас ее и откроем. Посмотрим, что там дальше у нас будет. Кто такой? А, понятно. Это злодей? Я его даже не заметил. Что он делает возле костра? Мужик, ты что там забыл? Давай повнимательней. Тогда. Надеюсь, башни не будут атаковать. О. Чё-то бегаю, я этих ребят в упор не вижу. А они, кстати, какое-то заклинание накладывают. С этим. С кровотоком. О. Типа того. Серьезные дядьки, если какой-нибудь пожирнее встретится, можно так-то и встретить. Ну, типа того. А человек так много-то тут? Ну-ка, иди сюда. Так, минус один. Ну. Столько снарядов мимо пролетело его. Давай похилимся. Бац. Ну почти полностью. Нормально. Так, снаряжение. Снаряжение. Поставим. Ну, традиционно. Пляшку. Коня. Ну и фантома на призыв. То мало ли чё. Вдруг мы сейчас какого-нибудь босса забредем. Так, давай, наверное, с этого начнем. Я не достаю до него. Я в шипы уперся. Я помню этого дядьку, он довольно-таки серьезный, кстати. По крайней мере, при первой встрече мне так показалось. Ладно, ничего. А что у нас вот здесь? Возможно. Возможно. Какая-нибудь нычка. Нет. Ладно. Но все равно это надо все зачищать, чтобы нормально смотреться. Блин, ни хрена тут мобов просто. Вообще вагон. Ладно, хотя бы они не сложные. И мне еще повезло то, что никто не лупит вот отсюда. Могли бы запросто. Так, вот давайте, да, ребятушки, вы сюда подходите. По одному мне, вы мне больше нравитесь. Бам, бам. Так, я лучше на пригорок поднимусь. Чтобы мне было все удобно видно.
пойдете. Че за него, да? А, нет. Так, и дорога-то дальше уходит почему-то. То есть хочешь в замок, хочешь не в замок, хочешь по прямой иди. Там обрыв. Погоди. Давай, дочистим. Дочистим эту всю территорию, потому что... Могут не дать нормально его доисследовать. Блин, а тут два больших. Они, походу, сидят, медитируют. Так, давай-ка мы побыстрее их завалим. Вот такими вот... Ай-яй-яй. У меня кончилось, манна, давай быстрее. Они какие-то молитвы читают, я смотрю. Потому что такое свечение характерное для молитв. Все, по идее? Нет, еще не все. Он еще один. Ну, его маленькими снарядами можно завалить. Ну куда ты побежал-то, эй? Серьезно, как он меня завалил? Чем вообще? Там между нами расстояние было хрен знает сколько. Я думал, они что-то еще кастуют другое. Блин, опять всех валить? Ну твою мать. Можно нет, а? Блин, такая нудятина. Просто один какой-то нелепый моб тебе берет и валит. И опять все заново. Ну, я вообще не понял, как он меня убил сейчас. То есть они бегают сначала нормально, ну, один раз какое-то заклинание кастуют и все. Потом раз, и они, он уже как-то по-другому действует. Видимо, игре срочно понадобилось меня убить. Это бывает. Так. Может, это был какой-нибудь особенный моб? Да нет, вряд ли. Ага. Я отметил положение карты, но надо будет всех, да. Надо будет всех зачистить тут, чтобы пройти спокойно по этой, по цепочке. Цепочка это у нас как мостик. Так. Где-то ж тут еще один должен быть. Странно. Нападал как-то тут один чувак. Не, давай лучше вот этих сначала. Слушай, а я, по-моему, вот этих штуки наводящиеся. Как-то они больно резвые, для меня вот в мою сторону двигаются. Давай-ка мы этого челика кометой. Бля, походу не его убивал. Так, все это дело пахнет ваншотом вообще. Ну, блядь, застреваешь в этой херне всей. Отступаем.
Антон сам, по-моему, застрял, да? Подох? Вроде подох. Да. Так. Давай. Чё плаги не восстанавливают? Видимо, определенные пачки тут надо ложить. Типа того. Я того чувака завалил, да, который за мной тут бегал? Вроде да. Ладно, давай вот отсюда. Надо душу забрать, что ли? Для приличия. Вот обычный же моб. Как он меня убил, я не понимаю. Вон и душ. Блин, ну, тихо, мужик. Кажется, он, ну, он просто, наверное, не успел кастануть до конца. Подвисает. Слава богу, что не часто. Причем, когда так не онлайн играешь, вообще без проблем. Ничего не виснет. Видимо, эта версия игры у меня дружит так с ОБС. Так, у нас вроде... Ну, хорошо, что они красные одеты. Можно без проблем их увидеть. Он вообще ни разу в меня не попал. Он же огненного монаха. И чё, горящая булава монаха. Ну, то есть палка, с которой он бегает. По-моему, у меня уже такая есть. Так, ну все. Наконец-то. Живых тут не осталось. Что это за замок-то? Слушай, походу... Нет, он открытый. Гарнизон стражи. Давай-ка ему карту откроем. Это все, конечно, весело, но насколько он велик? В смысле большой. По-любому его надо. Куда надо идти? Посмотреть, что там есть, наверное, такое здание, что оно большое, будет, наверное, боссом. Я торопиться не буду. Просто хочется все осмотреть, какое-нибудь оружие понаходить и так далее. На тот случай, если я решу играть NG+, то можно будет переделаться в какого-нибудь другого персонажа. И...
и побегать с какой-нибудь прикольной пухой. Так. Ну, стоять сюда. Отсюда можно на коне забраться. Блин, ладно. Давай коня. С тыла замка. А нет, не дают. Ладно, я запомнил, что тут чувак висит. Давай мы тогда... А чё, назад никак? И лошадь не работает. Ну, хоть прыгнуть далее, спасибо. Могло быть и хуже. Сейчас карту я возьму. Если там костра не будет, то ладно. Надо вернуться в замок. Посмотреть, что там есть. По крайней мере, одна блестяшка уже точно имеется. Не, ну мост прикольно сделан. Кстати, вон там у нас еще будет один спуск. Вот по прямой. Там, где мужик с посохом стоит на крыше. Там будет еще один спуск и подземелье. Правда, вот что-то я здесь поблизости костров не вижу. Тихо, блин. Как-то это все под... А, вон костер. Как-то это все подозрительно выглядит. Я все жду, что кто-нибудь сейчас бросится на меня или выстрелит какой-нибудь стрелой ваншотной. Привыкаешь к такому. Начинаешь уже просто подвоха постоянно ждать. Но нет, смотри-ка, и костер есть, и этот как его, и карта. Карту берем. Вершины великанов Восток. Так, по фляжкам все полное, хорошо. Что нам открылось? Угу. Я вот здесь не стрима дракона убивал, призывал себе этого помощника. Ну, в сетевой игре. И тут как бы все. Я так понимаю, в идеале надо сюда дойти. Ну, сегодня, кроме замка, я думаю, мы еще успеем вот это вот все войти. И тут, наверное, будет переход. Вот сюда. Вот сюда будет переход. И там, скорее всего, будет какой-то или телепорт, или что-то еще, чтобы вот сюда нас отнести. Потому что ты очухиваешься как бы вот здесь, идешь по прямой, сначала тут шарохаешься, потом так проходишь, но все равно ты выходишь вот сюда. Это все горы, 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 тут никак не попасть. Так что? Так что? Стой. Да. Вот это финальная локация. Прикольно. Водоворотик какой-то. То есть осталось карты немножко открыть и типа все. И типа надо только знать, куда идти, и финал будет. Так, ладно. Финал финалом, пошли чистить. Пошли чистить. Стой. Я тут был вообще.
Да, я тут был. Да. Пошли в замок. Кстати, на вершине великанов не такая уж и большая локация. Как правило, тут все, ну, как бы из-за гор ты далеко не проходишь. Участок территории большой, думаешь, что сейчас у тебя просто вот такой же полуостров тебе дадут, или континент, скажем так, а все равно тебя горы ограничивают очень большом количестве. Ладно, пошли за. Возле костра они садятся, так что тут уже народу у нас не будет, если что, костер зажжен. Возможно, этот замок не очень большой. Возможно. Так, кстати, снаряжение. А то я тут один уровень дофармливал. Что я носил? Помню. Вот эта штука. Выносливость. Максимальное здоровье. Ну, по логике вещей здесь должна быть еще такая же, только зеленая фляга. Я поставил. Такое ощущение, как будто он сквозной вообще. Раш пламени. Кометкой его. Угу. На фантома он похож. Такой же прыгучий и неуловимый, но ничего. И это у нас выводит. И там. Фляги. Вот фляги пополняет. Это, конечно, молодцы. Вот там вот я на коне только что прыгал. Все понятно. Походу, не очень большой замок. Но тут можно на квадратном метре вот так вот крутиться и не проходить, потому что сложность постоянно прыгает. Крыса, да? Да. Так, вот наверх подниматься или что? Вот еще одна лестница. Возможно, это как другой второй ход просто. Повнимательнее надо, потому что тут бывают птички сидят, которые просто подлетают сзади и тебя убивают. Ну, с одного удара практически. Это уже как бы в принципе такая локация, то что тут каждый моб тебя, ну кроме крыс, наверное, кроме крыс, летучих мышей, каждый моб тебя может убить с одного удара. Угу. Лестница идет выше. Тут больше не подняться, да, никак. Что ж, понятно. Пошли на лестницу.
Хотя, не, мне кажется, тут босса не будет. Просто, возможно, что-то будет лежать, знаешь, там, типа, какого-нибудь оружия такого. Не очень прям важного. Может, NPC какой сидит. Угу. Тут я смотрю, полно этих ребят. Да, здание большое, но оно как бы практически бесполезно. Далеко не уйдешь. Кстати, крутиться некуда. Они, наверное, вот эти челики у милишников сильно кровь пьют. Потому что прытки, как козявки. Скок-скок сюда, скок туда. И все, тяжело поймать кузнечниками. Ну, собственно, вот и все, да. Подожди. Стой, а туда же тоже как-то можно попасть. Вот на вот эту вот площадочку. Может, скрытая стенка где-то есть? Да нет. На коне тут явно не перепрыгнуть. О! Вот он, проход. Я пока сейчас туда прыгать не буду. Повнимательнее смотреть, может быть, в стенку какую еще треснуть можно. А вдруг? По звуку как будто кто-то еще ходит где-то. Кто-то где-то. Так, ну туда никак точно не запрыгнуть. Вот с этой, ну, где ящики стоят, оттуда явно никак не запрыгнуть. Но фантомы, я смотрю, прыгают. Чик-чик и вон туда. Ладно. Я там был внизу, ящики разбивал. Понял, принял. Пошли так. Я на всякий случай со щитом вперед пойду. Мало ли кто треснет чем-нибудь. Ага, еще выше подъем. А маг ходит. Собачка, здрасте. Я думал, это труп какой-то валяется. Это псина. Ну быстрее, что ты не выпил-то? Мне стамины не хватает. Блин, там ему остался один удар. Все. Я ему в щит больше настрелял, наверное, щит в глаза. Особой опасности не представляет как-то. Так, стой. Если я сюда прыгну, то что? Да, по-моему, ничего такого.
Но я потом сюда не заберусь. Это факт. Ладно, пошли выше. Лайк 72. Привет, лайк с меня. Здорово, давай. Спасибо за лайкос. Какая-то площадка, но вообще туда смысла нет прыгать. Да я с лестницы, он ничего сделать не может. Вон тут еще какая-то хреновая. Что там, собаки? Не вижу. Никого. Да. Странная башня вообще сама по себе, вот сам замок. Молитослов великан. 72. Ок. Ок, ок. Ну да, как и предполагалось, то что босса тут не будет, так чисто зачистить, какой-то молитослов получить. По-моему, его надо этому мужику отдавать, который молитву продает. Ну и он там потом тебе заклинание просто добавит и все. Так, вот теперь можно вот сюда спрыгнуть. Если что, скоростным лифтом доползти. Ну, чтобы вот это все здание не обходить. Кстати, издалека вот этой блестяшки не было видно. Тлеющая бабочка. Блин, я, наверное, разобьюсь, да? Не, давай назад. Короче, два варианта. Либо на коня забираться. А, ну вот, все нормально. Я уже думал арканить как-то сверху на лошади, чтобы не такой сильный урон получить. Ладно, нормально. Все, теперь, короче говоря, что? Надо к костру. Там можно уже садиться, чтобы, если что... Если отлетишь, то там уже с той половины воскресать. Потому что тут уже как бы все пройдено. Цепочка тут. Я думаю, что-то наверху вот этой горы будет. Типа босс или еще что-то в этом роде. Еще чтобы попасть к Микелле. По-моему, Микелла ее зовут. Надо вторую половину медальона. Где его искать, не знаю, но первую я нашел вот в этом вот замке. После босса вот тут. Вот тут первая половина медальона находится. Я тут вне стрима так чисто побегал. Изучал ту локацию, но в принципе там ничего такого нету. Все это дело я большинство, ну, всех боссов я убил на стриме, а большинство локаций как бы обошел, там ничего нету полезного. Единственное, что спустился и обследовал замок, убил босса, пылающая вершина. Но я помню, что тут спидранер бегал. Ну, пока локации коридорные, это здорово. Быстрее пей. Быстрее. Вот. Я как первый раз с этими чуваками встретился, так до сих пор они вызывают, так сказать, опасения. Правда, теперь они уже
не такие жесткие, как в самом-самом начале. Когда у тебя вот такая вот полосочка здоровья. Здоровенный моб, который... Ну, точнее, босс для тебя. Это босс тогда. Опа. Ручка. Загорает. Так, а я, по-моему, не успел, забыл, да, возле костра сесть. Ладно. Вот в этой вот локации Долина Великанов дает много кузнечных камней мрака 6, 5 и 7. Прям очень много. То есть можно как минимум до 7 левела все оружие прокачать. Ну, прям все, конечно, у тебя дури не хватит. Ай. Где рука? О, несется. Что это можно так назвать? Давай, давай, быстрее. Косарей. Сейчас скоро игра начнет меня убивать. Как она часто это делает. Много рун, значит, сейчас игра становится сложнее. Ну, по мне так кажется точно. Вон там рука тоже. Она как это, как муха сидит, вот так вот эти лавки трет, короче. То же самое. Давай, наверное, на коня, да? Мне все кажется, то, что вот эти ребята сейчас встанут и начнут меня бить просто всей толпой. Я говорю, то, что тут постоянно уже привыкаешь ждать какого-то подвоха с каждого угла. Пускай он там ходит себе. Так, а вот птички могут насолить. Давай-ка мы кометой. Блять, там рука еще. Она подкрадывалась. Тихо. Отступаем. Птица жесткие. Птица может вынести вообще сразу. Я пока не буду комету переключать. Кстати, тут такие же мобы, как у нас в этом. Там, где полуостров Родана. Нет, я не пойду туда. Ну, смысл? Я думаю, что он ничего такого там прям не охраняет. Кто? Кто-то активировался. Пицца. Мне очень повезло. Причем вот у этих тираннозавров
тире собак такие же атаки, как у летающих воронов. Там рука ползает, ну ладно. Тут, кстати, много, вот так, если присмотреться. Там вон еще один большой чувак, еще чувак большой, и птица. Годзилла с тираннозавром бьются. Ну-ка, и кто кого? Две птицы заклевали. Ясно, понятно. Не, у них тут какое-то гнездо с ними, с каждой бодаться что-то как-то не очень хочется. Пусть они там воюют. Тут часто, кстати, драки между мобами показывают. Хрена, рука упала. Блять, и она бежит на меня. Где он? Он мелкий, главное, поймал мелких в этот, как его, в объектив, скажем так. А большую нет. Где она? Там ползает. А чё она ее не ловит-то? Ладно, придется походу мелочь тоже гасить. Серьезно, вот это все придется чистить, чтобы они просто не мешали большую лупить. Сколько жира-то у нее, а ты че слез-то? Взял, спрыгнул с лошади. Чтобы вот так вот, да, было оно. Ну, это очевидно. Я не знаю, это как босс почти. Стоит ли ее валить? Все повставали, короче. Все на местах опять. Я сейчас за руны, короче, забираю и просто напролом. Ну смысл с этими боссами здоровенными, мобами точнее, это же не босс. Смысл со здоровенными этими всеми штуками бодаться, ну, попробуй, конечно, просто проскакать. Просто тут вороны, тут эти, как его, большие мужики тоже ходят. Руки падают. И все это на небольшом участке. Пока не вижу просто смысла. А чё вы не деретесь? Не вижу смысла прям все-все зачищать. Потому что это много времени займет. Я куда бегу-то? Блин, карту не посмотрит. Так, это переход вон туда. Давай-ка мы по местам активности как-то хотя бы будем ходить. А, это мужики валяются, но они так нарисованы просто. Где-то там какая-то деревушка или что-то такое, дом какой-то. Пошли туда. Надеюсь, я сейчас из здоровенных мобов себе паровоз не соберу.
спуститься. Подожди, я же там поднимался. Вон рука здоровая. Или нет? Ладно. Прям попробую на метку идти. Я не знаю, чего я умер, от удара руки или то, что я упал просто с высоты, хер его знает. В день никаких мест активности я больше не видел. Кроме вот этого здания. Всякие мужики валяются и как бы все. Я думаю, стоит ли идти туда, где рука сидит. Просто пол здоровья, бах. Нет, нет, не нужна мне фляга багровых слез. Это... И все, и тут не впуститься. Ладно, замочат, так замочат. Без лошади тут вообще тяжко будет. За мной сзади бегут два здоровенных, вон тут сейчас. Ворона активируется. Короче, все это дело пахнет минус 70к. Вот и все. Клюют потихоньку. Нет, ворон так не убежать. Не получится. Единственный вариант, что она просто отстанет, потому что зона покрытия этого моба закончится. Да, вон она клюет великанов. Странно, окей. Хрена, у меня уже 4 фляги, 2 потратил, пока бежал. Надо подъем как-то искать сюда вот. Такой автофарм получился. Постоянно вот рука откуда-то валится. Откуда, непонятно. Лошадь не позвать. Ай, бля. Давай подождем. Вот он. Конечно, удобнее таких ребят лукометы убивать. Но он каждая будет перепрыгивать. Его чисто перед атакой только поймать можем. Хотя ему остался-то один удар. До свидания. Это за хер вообще. Реки крови. Палец гибнет. Это та самая катана, да, про которую Андрюха говорил? С кровотоком. Колдунство надо 20. Нет. Сколько у меня колдовство? Колдовство у меня 10, а надо 20. Да сейчас.
10 левелов поднимать по 200 тысяч, это надо... Нет. Так дело не пойдете. А, лишняя фляга. Возможно, эта катана очень крутая, но не настолько, чтобы я 20 уровней колдовства поднимал. А может, это не та вообще. Ладно, пойдем в замок. Капец, тут воронья просто очень много. Но есть костер. Храм покоя. Тут еще одна чашка есть. Священная слеза. По-моему, ну, фляжек я уже себе количество больше поднять точно не могу. Давай попробуем увеличить их качество. А, вот нет, не 100. Фляги. Эффективность. Все. А вот количество уже все, максимум. По идее, одна фляга, блин, кстати, все эти ребята, да, у нас поставали. Одна фляга должна восполнять тебе, по идее, все здоровье. Ну, или там, ману восстанавливать. Я думаю, стоит ли. Чё? Сбегать душу восстановить. Наверное, это нереально, да? Вот эта мега рука все портит, кстати, всю эту идиллию, которая здесь творится. Что за костер? А, ну тут семечки лежат. Семок мне больше не надо, потому что фляги не увеличить, так что ну ладно, пойдет. Ай, ну нахрена я сюда? Чё, зачем вообще туда прыгнул? Скакал просто. Хлоп, обрыв. На чё надеялся? Больших мобов много, торопишься. Ну, хоть бежать недалеко. Так, подожди, надо определиться, куда идти вообще. Угу. Сейчас я исследую с этого дела все. Вот это. По идее, меня ведут прямо вот сюда. Вот так отметим. Где-то так. Так, нет, души я отмечать не буду. Души я и так возьму. Вот, допустим, вот так. Вот сюда спустимся. Еще надо как-то вот здесь умудриться пробежать. А так, в принципе, все. Так, начало душу берем. Тут ландшафт просто так построен, что не совсем понятно, где ты был, точнее, как пройти туда. С каждой горы можно хорошенько треснуться. Вот еще один костер. Столько времени тут бегал, я его не замечал. Хорошо, коснулся. Так. Дальше поехали.
Омут призыва. Но обычно их ставят возле босса. Тихо, тихо, тихо. Ну, мне, наверное, кажется, то, что можно прям по вот этим вот пробраться и... Ну, по цепям. Вот тут можно пройти. Так, подожди, ладно. Сначала по отметкам. Сейчас мы заберем души. Кстати, где они? Прям возле этой. Так, смотрим, как спуститься. Он у меня кидает. Тихо, аккуратненько. Так, первая отметка, допустим. Первая отметка есть. На вторую. Они все в меня швыряют. Вот уроды. Эй, ну, понятно. Я не буду подбирать эту хрень. Еще рука. Че они не воюют с этими великанами? Главное, большие руки не воюют с великанами. А птицы почему-то и грызут. Это что это? Расовая предрасположенность, что ли? Причем я иду туда, в принципе, там, где ничего быть не может, по сути. По факту я босса ищу. Если есть омут призыва, должен быть где-то босс. Бля, меня рука сожрала как раз. Так, ладно, руны и так далее. Рука пускай здесь тусуется. Давай дальше, ниже спускаться как-то. Чё, кто? Бля, и меня рука сейчас догонит. Сейчас будем по сантиметру тут бегать, вот и все. Ты бежишь по склону, где-то три больших урода кидают в тебя горшками, а посередине у тебя еще один ходит монстр, урод, и еще рука появляется. Довольно-таки жирная, кстати. Ну что мне, всех их убивать? Я так понимаю, кто-то горшком у меня попал. Так, давай, душу забираем и налево. Я не вернул. Так, чтобы рука не вылезала, можно же ее обойти. С коня меня сбил другой чувак, кстати сказать. Они меня сбил тот, кто ходит вперед назад. А как мне туда-то попасть? Вот туда. Ага, все вижу.
Это одна и та же рука, которая вылезает, или их тут несколько? Там, я смотрю, мини-руки ползают, надо туда. Ну ты по сути, что тут делать? Ничего не лежит, только руки и великаны. Ни боссов нету, ничего. Хотя могут быть. Подожди, давай-ка мы слезем. Попробуем почистить, чтобы туда пройти. Ебать тут рук. Это засилье зла просто. И от дикого количества пальцев кажется, что их еще больше. Че не попадает? Надеюсь, не там какая-нибудь еще падла сзади не подкрадется. Ай-яй. Да не лошадь, блин. С лошади ты не следишь, пока тебя либо не скинут, либо ты сам не нажмешь, ну, то есть поставишь кольцо лошадиное это, и потом сам не слезешь с него. Я думаю, для вызова лошади желательно вообще какую-то отдельную клавишу, кстати. Так, я, получается, обхожу к самому первому костру после цепочки. А кто-то сзади. Сзади упал сверху. Я потерь не заметил, ай-яй-яй-яй-яй. Это, блядь, ваншот. Да, вон костер, там обелиск. Причем придется опять заново все обходить. А напролом не получится, да? Печалька. Но зато, в принципе, все, больше тут идти некуда. Хотя нет, есть. Хреново, что там сзади большая рука падает. Так. Сволочь, а? Слушай, а ты это не... Свечивает. Блядь, мне сейчас рука догонит. Они сейчас просто меня замесят, ну и что мне тут делать? Пизда, они просто, они даже отойти не дают. Минус 90 косарей.
Я туда не пойду, короче. Тут, там вроде какой-то блестяшки туда переться, я не знаю. А, блин, одно огорчение, короче. Посмотри, что ли, вот тут что находится. Дай-ка мы от этого костра сходим вот так. Возможно, вот тут спуск. И все, по идее. Вот этот участок у нас будет полностью исследован. Да? Нам надо будет сюда перебираться. Но тут босс. Возможно, конечно, он будет и раньше. Так, стой. Портуемся. В смысле через все вот это вот миссия воскакать? Как-то надо вот ниже спуститься. Я в основном поднимался, а теперь надо наоборот вниз. Пизда, тут этих рук вообще просто в вагон. Да, тут можно пройти. Там у нас будет спуск какой-то. Возможно, получится вот в башню справа попасть. Но это не точно. Да. Я думаю, что можно будет в башню завалиться. А это данж, короче говоря, и он будет довольно-таки большой. Стой. Погоди. Не знаю почему, но я вот эти обелиски читаю постоянно. Может быть, это как-то сюжетно тоже повлияет. Не факт. Здорово. Великанская война. Героическая сага заканчивается предательством троллей. Пламя повержено. Наступает эпоха Древа Эрт. Но, как обычно, мало о чем говорящие надписи. Возможно, для лороведов это будет что-то такое. Очень интересно, важно. Мне лично ни хера не понятно. В чем тут тролли и с кем они дрались. Великанов вижу, троллей нет. Все, погнали, короче, вот в этот данж. О-оу. Нормально, я выжил. Так. Все. Там еще одна рука вылезла, что ли? Ну да, пиздец вот их. Подстава какая. Она прыгает же, да? А, и хуй вы меня не достанете. Лошпедроны. Тут, наверное, рук уже не будет. Ну, возможно, тут какой-нибудь фантом есть, который охраняет вход сначала вот сюда, потом данж. Красота ты какая. О, ну, в принципе, чё, я вот оттуда пришел, вот этот лифт с правой стороны, с левой стороны у нас. С этими, с жесткими мобами разрушенные руины. Не очень большая локация, единственное, что она все на разных уровнях построена, и поэтому хер его знает. Иногда вроде идешь по прямой, но тебе явно не туда. Так,
Все, короче говоря, я метку выбираю. Я пришел куда хотел, по сути. Да? А потом вон туда сразу. Вся локация. А, погнали. Данж будет жесткий. Стопудово. На предыдущем подобном данже я часа полтора-два просидел. Могила героя победителя великанов. Это уже третий такой данж. Снаряжение можно явно коня убрать. Давай. Я тут как-то покупал мечевидных ключей несколько. По пятерке за штуку забирают, а? Ключ сломался, останки, пламя, защити меня. Но это молитва. Тут прям не этот, как у одни чары дали для посохов конкретно, и молитв много дают. Мужик, не проходите мимо. Хорош. А чё, он только один тут гулял? Не верю. Пойдем ниже. Обычно в таких подземельях маленькие черты сидят на этих, на стенках. Шотовец. Я с таким боссом дрался. Я думал, кометки на него хватит. Но он там черти падает. Я-то думал, что я в него не попадаю. Их надо сначала засветить. Аля. Хер знает, пойдем вниз. Ландыш девятый. Это прям серьезное какое-то подземелье. О. Ну-ка, давай, иди сюда. Третий был. Пятеро. Да, жесть. Я думаю, что там какой-то прибой как будто. А этот за мной не пойдет, да? Да, он пока подползет, будет уже послезавтра. Ну и хер бы с ним. Пусть сидят. Все равно он не возродит, он возрождаться будет. Куда бежать-то? Ага. Стрей.
А там подстава вон стоит какая. Мужик с рыжей бородой. Кстати, его пламя не очень-то выносит, зато выносит меня сразу же. Бля, что делать? Либо какой-то есть обход. Пошел ты. Тебя там эти сзади поджимают, спереди пламя и... Вау! Просто. Ну, конечно. Либо эту мелочь тут рубить, но надо сначала, вообще надо сначала понять, как проходить. Не за мной бегут? Нет. Да, то есть главное вовремя, наверное, успеть. Хочу понять расстояние, насколько я могу подойти и откуда начинать бежать. Угу. То есть от угла. Почти. Но тебя мужик добивает. Прикольно. Учимся спидранить, короче, этот данж. Вот и все. Да. Плохо. Я в тайминг не попал. Ну и все, экономим. В таймер не попадаешь, за тобой черти бегут, и тебе хана. Сейчас попробую нацепить медальон. Есть один тут. Медальон, который... Против огня, да? Сильно повышает сопротивление огню. Насколько сильно, я не знаю. Но вдруг пригодится. Ну, типа, попробовать щит, допустим, поставить. Толкнула куда-то. А где мужик? Вон мужик. Пока непонятно. Почему он вот прямо у входа вот в этот карман стоит, сука.
Вроде как урона я значительно меньше получил. Сейчас попробуем чертей этих не мочить. Убивать вот этого мужика. Я не успеваю его убивать. Видимо, на бегу надо заскакивать в этот карман и потом сразу же выбегать и бежать прямо. У тебя просто времени не хватит. Либо на меч какой-то переключаться и мечом его лупить, но жира-то у него тоже достаточно. Как бы он от моих ударов он явно не сдохнет за три удара. Блять. Шаг ебучий. Так, давай ждем еще. Хер знает, может так попроще. Ай, зачем присел? Один удар от мужика и все. Дай, наверное, перекур, да? Сейчас я подойду. 3 минуты перерыв. Будем пробовать как-то, я не знаю. Вот, сейчас продолжим. Продолжи. Я думаю, может кого-то призвать можно?
посмотреть, как проходит. А мы там за ним. Ладно, давай сам. Сейчас игру отпустит. Спасибо. Сейчас разок подохну, попробую призвать кого-нибудь. Я запнулся. Вообще ему пламя практически не сносит ничего. Слушай, а может как-то его выманивать можно? Так, давай, сетевая игра. Есть тут кто? Никого. Понятно. Вот уёбок. Он делает два удара мечом и потом еще добивает тебя огнем. Ништяк вообще. Долго с этим данжем. Блять, ты же никогда не попадал в меня. Ну что за хрень? Сейчас зато киса долбанет, да? Нет, киса не попал. Давай, давай, на свет выходи. Блять. Не одно, так другое. Чё за трэш вообще? Ну, от этого, в принципе, ну, можно же, да? Вот так. Там эти сыпятся с потолков. Они иногда за мной бегут, а иногда нет. Давай, 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 ну, блядь. Тихо, я успею. Я успел. Все. Зафиксируем результат. Блять. Его надо кометы бить. Его надо бить кометы и бежать так же, как я сейчас бежал. Только тогда есть вариант. Бля, там же ни костров, ни хрена нет. То есть это спидран, вот, ну, как бы по спидрану реально надо учить всю вот эту пробежку. Так, ровно в тайминг попадаешь. Тихо, мужик. Блять, черти эти. Да твою же мать.
Надо было по колонне лупить. По колонне ударяешь, и она исчезает. В следующем забеге, надеюсь, она заново не поднимется. Тогда можно будет, по идее, нормально зачищать вот эту вот часть. Но она вроде бы как выключилась. Да, но дуть она перестала, это определенно. Сейчас попробуем не бежать. Чертей надо зачистить там, на этом. На свету. Теперь на этого товарища покер. Так, Иса тоже до свидания, блядь. Твою мать. Так, ну, блин. Нахер. Кошак сюда не пролезет. Ведь так? Ему не пройти. Так, и у нас вот эта штука перестала поливать огнем. Опять херачит. Блядь, ну кошак, откуда ты взялся? Он все-таки пролез. Блядь, ну... Ебанутый данж вообще. Висим. Причем эта штука сейчас по-любому будет огнем поливать опять. По идее, надо все вот типа идеально пройти. На свету чертей убить, кошака большого убить, потом бежать, надеясь, что тебе повезет в тайминг попасть во время того, как пламя будет поливать, пробраться вперед, ударить по этой колонне и потом мужика этого убивать. О, блин. Вы серьезно? Блять. Он раньше боссом был, этот большой кошак. Теперь он моб обычный, все нормально. Херово, что он туда может пролезть. Тот коридорчик.
Пошел ты, блядь. Да ёб твою мать, ну блядь. Наконец-то. А того черта чё? Ну, он не подох, все нормально. Их же было штук 5 тут. Почему-то они сейчас не нападают. Так, теперь надо в тайминг попасть. Эта штука его почти убила, ай-яй-яй-яй-яй. Так, ну, мне удалось. Ой, жесть какая, подожди, блин, куда? Так, найти-то только в одну сторону можно. Так. И она вверх ползет. Так, ну давай быстрее тогда пробегать. Надеюсь, сейчас никакая падла меня не сваншотит. Быстрее! Так, а тут что? Еще один ключ, очевидно. Только и хочется и Коля здесь, вот в чем дело. По идее, надо до костра бежать желательно. И отхились. Так. Ну, если тут на стенках никого, значит они сейчас с дырки поползут. Да? Угу. Это колонна, которая туда-сюда катается. Не верю, что тут никого нету. Ирил Гаоси. Привет, топовый стример. Отличной игры тебе. Здорово, Серега. Кто-то бежит. Бля, а как их на свет-то вывести? Покер, давай прыгать. Света тут не дадут. Подсвечник из черепа. Вот он срался, он мне 10 лет. Твою мать. Ну они сейчас пинками меня до шира гнать будут. Догнали. Все нормально. Блять, я все заново опять. Ну твою же мать. Нахрен я сюда вообще пошел. Ай.
Теперь опять все точно так же надо сделать. Зато у меня подсвечник теперь есть. Бесполезный вообще. Сука, ни костров, ни хуя нет. Пошел ты, блядь. Без комментариев. Просто один моб. Один моб тебе убивает за два удара. Сука, хоть броню качай себе. Ну, в смысле, вес, который ты можешь таскать, чтобы броню адекватную одеть. Просто чтобы они убивали с двух ударов. Где огонь? Так, почему-то он не горит. Ладно. Все, я бегу прямо. Ну их нахер. Прямо всех. Я прям слышу, как за мной бегут маленькие ножки. Пошли вы в очко. О. Я успел удрать от них. Очередная порция пиздеца. Так. Пишут, да будет свет. Бля, я думал, эта штука сейчас оживет. Так, стой. Это все похоже на срезку. Угу. А как этот свет включить? Тут не запрыгнул, да? Блять. Может стрельнуть куда что надо? От него надо будет убегать. Либо свет где-то искать. Без него мне дверь к боссу не откроют. Запрыг. Куда прыгнуть? Ну-ка, он за мной не пойдет, да? Куда-то упал. А, ладно, он за мной не пошел, это хорошо. Скорее всего, пройдя вот это вот, может быть, где-то свет зажжется. Но однозначно надо этого великана выводить на свет, потом его убивать, и тогда будет у тебя проход к боссу, дверь откроется. Как это было в предыдущем данже подобного. Крупный мобильный ландыш, это то есть еще одного фантома можно вкачать. Да, меня пока мои устраивают фантомы. Че, направо, налево? Кстати, надо под ноги смотреть. Так, тут спуск вниз.
Это просто падение. Чудовище. Давай тогда мы более гуманно спустимся. Так или иначе, я думаю, что мы должны подойти туда же. Да, вот сюда вот и упал. Ни хрена не видно. Давай, киса, ближе. Дай-ка ее кометой. Иди сюда. Тихо, тихо. Ну, бля, вали ты от нее. Ёбаные кошки. Так. Чем бы ее? Подождем. Там обморожение кастует. Она сюда подползет. Ай, манна кончилась. Все. Минутка шага. Ждем второго. Двуручник Цербера. Ну, то есть меч такой же, как у нее. Ждем, что. А то он сейчас так и будет гонять, он там спокойно не даст осмотреться. Мне кажется, или какой-то рычажок надо дернуть, или что-то в этом роде. Чтобы загорелся свет над этим великаном. Че не пошла? Эй! Короче. Пусть ползает, что делать. Там она воюет с кем-то. Да, ползем. Здесь меня не заставят какую-нибудь потайную стенку искать, чтобы свет включить. Великан. Я пришел к этим сломанным ступенькам. И дальше-то что делать? Блять. Ну там блестяшка какая-то горит. Так, а что? Что творить? Как свет врубить? Здесь должен как-то свет загореться. Я просто, если я сейчас сдохну, я просто побегу все заново. Стой, что пишут? Осторожно, выманивание. Спрыгнуть не поможет. Осторожно, гигант, так что сперва вниз. Так а чё мне это даст? Ну я падаю вниз, а дальше-то что? Его надо как-то выманить. Впереди прыгнуть. Впереди требуется вниз.
Я вот тут не вижу никаких рычажков. Шли обратно вниз. Два варианта. Либо я пропустил. Доставится цветок. Или лошадь отсутствует. Два варианта. Либо я пропустил просто потайную стенку. Он же за мной не пойдет. Нет, его убивать надо. Его надо убивать, иначе дверь не откроется. Либо я пропустил потайную стенку. Либо не заметил где-то рычаг. Шли вот так. Чудовище и что еще? Осторожно, пещера. Ну, я тут и оказался, опять же. Что по лестнице ты ползешь, что так? А, инвентарь. Как мне этот свет туда подправить? Может, нет, даже. Впереди необходимый предмет. Это, наверное, про цветок писать. Сперва право, и тогда лево. Требуется ценный предмет, короче, сзади не поможет. Ну и что он мне показывает туда? Кошак хоть атаковать не может. Давай, давай. Ну и чё, убил я его. И снова я поднимусь туда. Делать. Да, возле колонны все внимательно смотрим. Может, треснуть где по ней надо. Но пока вроде нету. Эту колонну, но она не поднимается вверх, вроде. Чуваки с кошаками бились. Надо как-то осветить этого гиганта, а потом его убить.
дверь откроется, будет босс. Но света нет. Ни рычагов, ничего. А как они предлагают с ним воевать тогда? Подожди. Я попробую вот туда вернуть. Стой. Нет, это лифт. Она будет поливать огнем? Не, вроде тишина. Я не знаю, может быть, надо статую включить. Типа, пока работает статуя, то и свет там горит. Как вариант. Так, у нас тут, кстати, свет зажегся. Впереди требуется, смотри внимательно. Его не осветило. Эй, почему нет, почему свет на них не падает? Что за хрень? Почему-то на них свет не работает. Может, потому что колонна это не огнем не дышит. Там мужик, я как раз к нему иду. Пиздец вообще. Вот, теперь это работает. То есть надо, чтобы был замкнутый круг, ну то есть без дырок, без ничего. Давай мы третьего завалим.
прям там что-то подзастрял. Главное ворота открыть, потом до босса уже бегать будет проще. Да, ни фляг, ни хрена не осталось. Но я вроде сделал все, что требовалось, по идее. Ну да хер там. Так, у меня... Нет, он у меня горел. Я тут быстро пробегал, так что лучше осмотреться. Внимательно. Так, ладно, по идее, если поднимусь я наверх. Стой. Что пишут? Вроде при подъеме наверх там должен свет загораться. Ну или вниз. Так, тут у нас света не было. Блять. Ничего не произошло. Я думал, что эти фонари можно зажигать в любой последовательности, ну, другой последовательности какой-то определенной. Че он не горит? Фантомы бегают, лупят по нему. Там посмотрим, может, у кошаков что-то изменилось. Ну, бля, ну и дальше вообще непонятно, что делать. Ну, еще. Ничего не поменялось. Мне надо тут же такую же платформу зажечь, только выше этажом. Кроме как идти назад, самому первому свету, ни идей никаких. Только зачем туда идти? Вот как здесь зажечь свет?
тут вообще лифт. То есть даже если я этого великана сюда заманю, просто я уеду на лифте. Чё мне это даст? Давай его ближе подведем, я не знаю, больше вариантов нет. Эй, ты, иди сюда. Че он меня атакует? Конечно. Ну вот и чего, но я его заманил. Дальше. Подожди. Заперто неким устройством. Но это устройство как раз и есть, которое за мной бегает. Блять. Все. Остановилось устройство. Но на лифте же он за мной не пойдет. И через препятствия перепрыгивать не будет. Я не врубаюсь, что делать. Вот как бы и все, я наверх поехал. Хер его знает, что делать. Ну, в одну будет сторону дать. Подожди, проверим. По идее, там свет должен включиться. Точнее, наоборот. Так, свечение вообще исчезло. Давай великана проверим. Не знаю. То свет горит, то не горит. Я не врубаюсь, что от меня хотят. Света нет. А что это он засветился? Бля, может, глюк какой? Бача.
Ах ты, ваншот почти, ну. Давай, давай, давай. Хорош. Ну и дверь открылась. Короче, как это работает, я так и не понял. Я просто побегал туда-сюда, и почему-то дверь открылась. Это странно. Да уж. Будем надеяться, что там костер, но, ну, босс по-любому будет непростой, и бежать сюда придется еще раз. С первого раза босса мне не убить. А, ну, клин маленький, если есть, тогда все нормально. С клином будем начинать. Ладно, посмотрим, что за чел вообще. Кто такой? Древний герой Замора. Мне его бить нечем. Все, у меня мана кончилась. Максимум мечом могу навредить еще. Давай. И ваншот. Маны бы побольше. Еще бы одну хотя бы фляжку, я думаю, я бы его забил. Кстати, меч неплохо, неплохо ему тоже навалял. Ну, Замора, ну, затейник. Так, так, и вот так. Все, нормас. Так, а Замора у нас шотает, да, почти? Давай, осталось, стоим. Ну, почти труп, готово. Не я добил, добил фантом. Изогнутый меч Замора. Маска, доспех, рукавники, обмотки. 80 тысяч за него дали, кстати, неплохо. Падло еще так, короче. Вот такой вот данж. Ну, блин, короче говоря, я вот с этой головоломкой ничего не понял вообще. Почему один раз ты пробегаешь по свету, и у тебя этот чувак, на него свет не падает, второй раз пробегаешь, он дырка в полу, короче. Я не знаю, как это работает, короче, это произошло случайно лично по мне. Ладно, произошло, и слава богу. А, ну все. Вот туда вот. Ну, типа, есть час, чтобы исследовать быстренько вот этот вот участочек карты, небольшой, белый. И потом идти на босс. Ну, я полагаю, что там босс. Не факт, что он там есть. Хорошо. Верните лошадь. Бам. Так, и поменяем мы вот так. Цепи две, причем, а проход один. Лошади желательно поаккуратнее носиться.
Мне на самый верх надо. А это у нас босс. Так. В красном это босс стоит. Сейчас посмотрим, чем его убивать. Подожди. Что-то я ничего не понимаю. Вот один босс. А это тогда что? Да, не пройти. Надеюсь, я его не забагал. Они вроде шевелятся. Тут такая ерунда бывает с боссами. Когда ты проходишь не через желтый туман, а где-то с другой стороны, то боссы, короче, становятся как куклы тряпочные. Не двигаются и все такое. Нет, все нормально, он двигается. Давай мы нашего чувака призовем. Я не знаю, давай, наверное, попробуем. Вот так. Комета и Азура после. Катается что-то. Серьезно. Ну-ка. Так, а до него, короче говоря, мои эти метеориты не долетают. Он слишком большой, потому что... Либо его по ногам надо лупить. Что-то достает. Наверное, это шарик опасный. Шваншотик. Его надо чем-то эффективнее мочь. Хотя, подожди, есть же, ну, давай сейчас попробуем кометы. Прям комета Азура, чтобы по ноге ему как следует хыщ. Вот, теперь туман загорелся. Теперь игра в курсе, то что босс там. Туда на лошади не пускают. Так, давай, бам. Вот это дело пьем. Вот это дело пьем. Полетели. Надо по ноге его сначала, наверное, мочить. Так-то мы его не завалим. Комета достанет. Ваншот. Скрытый своей не отрезал по башке. Вот этого босса надо будет убить, а потом там в горнило что-то кинуть или что-то такое должно произойти. Но это один из этих, это сюжетный босс.
И по идее меня должны перенести после вот этого сюжетного босса. Вот в ту последнюю локацию, там где все по спирали закручено. Наверное, рано выпил, да? Ну-ка вот так. Опять ваншот. Надо не торопясь к нему подходить. Наверное, давай-ка мы капли выберем. Конечно, этот Тихея прикольный, но, по-моему, не для этого босса. Тут, по-моему, больше капля подойдет. Потому что капля тоже может кометой Азура бахнуть. Я посмотрю. Капля живет меньше, по-моему. Я там, кстати, столько солей просто. Где он? Я не знаю, где мой фантом. Да ёпта, как это до крышки тогда уйти? Заебись, мой фантом только бежит сюда. Он только бежит, чтобы треснуть ему хоть что-то. Давай, давай еще раз. Думаю, хэнсим, да, то что сотни штук. Я тут уже постоянно, по-моему, каждый стрим, да, по 2, по 3 раза, где-то по 70, по 90 косарей всираю. Отличный босс. Ну да, особенно вот эта крышка у него волшебная. Я все думаю, как его мочить. Попробую капли. Капля все-таки, во-первых, тоже стреляет кометой Азура. Я тоже попробую его бахнуть кометы. Но главное сейчас подойти к нему адекватно. Видишь, как у нас бой начинается с крышки, блядь. Что-то еще. Давай, давай, давай. Но он эпичненько так выглядит, все нормально. Блять, не одна, так другая. Чё-то капля как-то несерьезно у него снимает. Да, Тихея побольше. Нахер, давай Тихея. Андрей Тихонов. Да нафиг она нужна, комета эта. Я дотами валил его. Какими дотами? Андрей Тихо. Красный гнилью этикет.
Не знаю пока. А у меня ничего красной глины никакой нет. Все нормально. Так, ну Тихея уже там бодается с ним. А что ты ко мне-то бежишь? Тихея нормально так ему наваливает. Нужно найти ракурс, как к нему подойти, чтобы он крышкой не ёбнул опять. Вот так вот. Я на хуй попадаю. Да, я не попадаю. Теперь дистанцию будем высчитывать. Да ёпта, нихуя он долбанул. Походу Тихей его вырубил. А нет. Блять. Может, мечом его треснуть. Одну половинку талисмана для подъемника собрал. Андрей Тихонов, талисман для подъемника собрал? Вот который вот здесь одну половинку я взял. Вот тут, которая находится. А вторая, я не знаю где. Это, наверное, потом. Там что-то писали по этот про какую-то деревню каких-то чуваков, и где-то там надо искать медальку, медальон. Я пока не вникал. Где вторую половину искать? Так, на коне я подольше прожил, кстати. Чем вы его ебашите-то таким? Оп, не попал. О! Получилось его что-то присандолить, твою мать. Заебал, что ты? Лошадь верни. Долетят, нет? Наверное, нет. Чё-то прилетело. Пизда, лошадь. Да. Чем бы его таким дальнобойным-то зацепить, а? Идёт со своей крышкой, блядь, нафиг. Заебись. Интересно. Наверное, вплотную к нему вообще не вариант подходить. Он тебя тупо ногами раздавит. Хотя, я не знаю. Андрей Тихон. Вторая. В деревне Альбиноров у деда, что в бочке сидит. А деревня Альбиноров. Она вот тут? А что там за дед в бочке? Так, ладно, сначала босс. Сначала босс, потом вторая половина медали. Надо с ним что-то делать.
Мне надо что-то такое дальнобойное, прям, чтобы с копыт вообще. Метеориты не долетают. Давай попробуем лунный клинок. Вдруг прокатит. Тихо. Почти ваншот. Ну да, я смотрю, что он жирненький такой. Молодой чемодан. Но мечом ему побольше прилетает. Единственное, что, возможно, мне маны тупо не хватит. Это, наверное, ни о чем удар был. Такое себе мы ему сняли что-то. Да. Столько не живут. Андрей Тихонов. Меч топчик. Вот из минус. За хп дотами и валил. Но меч наваливает, я смотрю. Меч наваливает, только надо как-то к нему подходить с определенных углов. Ну же, видишь, что творит, катается, там крышкой лупит свой. Не знаю, может все-таки кометы попробовать как-то подкрасться, долбануть ему. Хотя нет, он двигается постоянно. Кометы пока нацелишься. Бля, не знаю. Давай для эксперимента. Сколько снесет комет? Я там на комету заряжаю. Да. Он сразу лупит. Он вообще не достал. Ну чё, дурак что ли? На комету нарываться? Не. Наверное, тихие там навалил ему 2000 урона. А чё, где? Вот, наконец-то тихие появился. Давайте следующее. Бля, ну жира, конечно, у него до ебени матери. Я не знаю, а этот меч никто не пробовал, интересно. Тот, который против драконов, а хотя да, он же против драконов. Чем тут это? Комета тоже сносит, но надо прям прицельно. Надо выждать точное время, чтобы наваливать ему и расстояние знать. С мечом надо близко к нему подходить. Но мечом можно больше ударов нанести.
хуяк по пятикатке сбривает. Три удара, и все в тихие попали. Ой, пизда, лошадки мои. Да. Лошадь накрылась. Пиздой заодно, и я сейчас накроюсь. Прям по мне треснул, но удар не прошел. Вообще ему нихуя не прилетело. Да кто-нибудь ёбнет по нему, я не знаю. Хе, что-то скачет там, но не бьет его совсем. Ну да. Че тут? Эта костяшка катается. Я прошел сквозь кость. Бах, тики и досталось, короче. Он уже пол хп снял. Да, мы так долго не проживем. Блять. Нога. Ну да, ты еще попади в него. Пизда, ни хера не осталось. Ай, тихий, я подох. Дай бись. Угу. Я думал, он по камню треснет своей крышкой. Ну и как бы не попадет. Но нет, все нормально. Прятался, короче. Может, его луной трет? Я тут заклинание-то это купил. Но я ему ни разу не пользовался. Вдруг она крутая. Хотя вряд ли. О! Можно Саню позвать. Давай Саню сюда. Саня Кувшин. Слыхал за такого? Саня Кувшин, все знают. Давай, Санек. Не зря я его квест проходил. Где Санёк-то? О, Саня только-только идет. Бля. Подбежал, чтоб пиздов катили. Иногда он катается и тебя не задевает, а иногда просто как бы все, ты под него попадаешь как под каток, и он тебе раскатывается. Чего-то. Не, ну Саню однозначно надо призывать. Саня, Тихея, хоть есть какие-то шансы. Если мы с Тихеей половину ему снимали, может быть, с Саньком там и побольше чуть-чуть. Хотя бы он будет его отвлекать.
Правда, Санек-то тоже не вечен. Хотела бы здесь костер, а? Так мудово бегать вообще. А, Тихея, иди сюда. Один Саня, вон Саня. Подождем. Саня долго приходит. Тихея там вовсю просто пиздюливается уже давным-давно. Он ко мне идет целенаправленно прям. Санек? Давай. А, не потому что все за мной тут. Опа, Степа. Мне бы крышку-то забрать. Давай, давай, давай. Разрушаем эту мразь. А, все, нечем. Нечем, нечем, нечем. Мы его, кажется, посадили, да? Там ему Саня, по-моему, наваливает. Пол здоровья, вторая фаза. Ножулька сломалась. Ты не ори. Сейчас починим. Ну, мы втроем ему неплохо, так напихиваем. Я смотрю, ему урона там по 12 тысяч прилетает, что-то такое. Дел дурака. Я думаю, сейчас будет менее подвижный. Хотя наоборот, обычно всегда вторая фаза шустрее босс становится. Более бешеный. Ебать, Тулиси. Третий глаз, у нее чакра открылась. А че его в захват не могу поймать? Так, Санек. Воин куши. Березок забудался. А че урон не приходит? Я потому что по этой, да, ударяю. По березе, блин. Короче, пока я собирался, они его сейчас завалят. Без меня. Ну вот. Все-таки я унес свою лепту и ответил ему финальный удар. Наверное, это был я. Воспоминания о великане. Ок. Че или че? 135 тысяч за него дали. Неплохо. Это мои так пидорублики. Там да там ноль. Да. Там ноль. Неплохой босс, как бы, единственное, что вот у него жира много, если бы нас не трое было, а двое, я бы, наверное, еще побегал бы к нему. Прежде чем в горнилу идти, давай посмотрим, что там есть вообще. Так, стой, цепочка.
Она где-то тут, вон. Ну, я там был везде. Андрей Тихонов. Дерево не сжигай сразу. А что надо сделать? То есть я так понимаю, то что я сейчас наверх поднимусь, и мне будет предложение сжечь дерево. Я так понимаю. И надо типа от этого отказаться. И походу что, к Микеле идти? За медальоном или как? Что делать-то? И главное за этот какого квест адекватно закончить. Андрей Тихонов, в другую лапу перенесет пару мазур. Угу. Это, короче, вот, которая вот здесь, да? Вот сюда она меня перенесет. Тогда придется к этим, к альбиниорам в деревню идти. Угу. Андрей Тихонов, ну можешь и сжечь. Я после моления жёг. Ну это последняя локация, ее последней надо проходить. Давай туда. Пойдем вторую половину медальона искать. Сейчас я там, я помню, что какой-то спидранер там костер наверху зажигал. Давай туда. Ну просто чтобы потом путь поменьше был. Значит, тогда по логике, тихо, по логике вещей надо сначала найти вторую половину медальона, завалить босса, тихо, почему сюда? Да, блядь. Сука, ну какой он так тут просто взял эту морду поставил, ну серьезно, блядь. Можно было без двоебонов это все сделать. Так, там обрыв, тут обрыв. Здесь должен быть костер. Я его помню. Ну, если нет, тогда все равно надо в деревню альбиноров этих. Да, портоваться. Ну, я же говорю, тут костер. По-моему, получается, две локации не осталось. Локация молений. Ну, чё. И последняя. Давай, инвентарь, похлопаем души, во-первых. Вот эти вот большие. Надо 200 штук. Вам у меня не наберется. Сейчас еще надо какого-то чувака в бочке искать. Вообще без понятия, где он сидит. Причем я в этой деревне уже был, альпиниоров этих. Я там никого не видел. Среднюю душу надо вкепать. Вот это, допустим. Все, и можно левел качнуть. Так, ну давай, наверное, что? Силу поднимать.
Че, блядь, тысячи не хватает, твою мать. Парочку надо. Эти борт, ну ладно. Так, ну все, отсюда давай в деревню альбиноров этих. Альбиноров, да. Деревня альбиноров. Будем там искать мужика. Как он там? Дед что в бочке сидит? Где эта бочка, я не знаю. Для начала свет настроить надо. Я так понимаю, это фантом от этого деда, да? Это деревня конец. Если это ты, старый Альбус, спрячься хорошенько и сиди тихо. Так. Он дал подсказку. Вот этот Альбус. У него... У него этот медальон. Наверху прямо. Андрей Тихонов. Наверх прямо. Хорошо. А вон там какая-то бочка подсвечивается, да? Она? Да, вон. Вот мудаки. Нет, прошу, не надо. Давай медальон, сука. Я ничего не знаю. У меня нет секретов, ни единого. Пиздеешь. О, прошу, оставь меня в покое. Стой, так ты не из этих? Уф, какое облегчение. Он что, блядь, его выкашливает, этот медальон? Ну надо же. Андрей Тихонов. Я Альбус, альбинор, как видишь. Давай сначала попробуем договориться. Нам конец. Всей деревне пришел конец. На нас напали разносчики проклятия. Большинство жителей убито, а выжившие лишились рассудка. Не присмотришь за этим медальоном, прошу тебя. Убереги его от проклятых убийц. Та-дам. Не надо его убивать. Если вдруг встретишь альбинорку по имени Латенна, чего передай ей, блядь. Медальон – ключ от этого города. И для тех из нас, кто не сможет путешествовать, он лишь причудливое украшение. Но милой Латенне он пригодится для исполнения цели. А где он? Блин, скоро мои ноги исчезнут, значит жить мне осталось недолго. Увы, такова участь каждого альбинора. Походу сам сейчас сдох. Да. Бля, он где-то сказал, где эту Латенну искать. Сука. А я походу скипнул это дело. Ладно. Как подъемнику-то побыстрее. Так, давай, наверное, отсюда мы, да, сможем к подъемнику вернуться. Не нужна она тебе. Да, не нужна она тебе. Вдруг какой-нибудь интересный квест за нее будет потом. Ну, а вдруг? Хотя, какие тут... Тут квесты, они не то чтобы интересные, они странные. Ну вот туда она, да, должна меня портануть. Так, подъемник. Поднять медальон. Какой из них? То, что я собрал? Только что.
Или предыдущий? Походу я просто вниз еду. Он Рольда поднял, по-моему, медальон. Нет, походу... А, нет. Да, вон там внизу эта фетишистка, короче, сидит. Поднять медальон, да. Вон она, фетишистка там тусит, короче. Так. Выбираем действие. Поднять медальон, тайный медальон. Вот мне его надо. Почему там наверху не было выбора, я не знаю. Надо, типа, обязательно, что ли, спуститься? По идее, я сейчас в снегах, вот в этом вот, как же их, великан, этих, долина великанов, только должен с левой стороны оказаться. А потом уже до конца этой левой стороны добежать надо будет. И там будет этот портал к этой Микеле, короче, локация. В общем, перед финальной локацией еще бегать и бегать, короче говоря. Куда меня привезли? Я ожидал снега вообще увидеть, кстати. Но выбор тут невелик. Впереди нечто потрясающее. Впереди обрыв, точно. Надо убедиться. Сомневаюсь, что тут потайная дверь. И вперед. Вообще в каком-то данже что? Андрей Тихонов, портанись в круглый стол. Вроде напасть на то вы должны. Тайный путь к Святому Древу. Я так понимаю, ты хотел написать «Портанись в круглый стол, на тебя напасть должны». Я портанулся до стрима. На меня напал чувак, который стоял возле этого мужика, который, блин, там с чертежами что-то возится постоянно. А чё, а где снега вообще? Чего я тут оказался? А? Ништяк прилип. Заебись вы делаете вообще. Я его даже не видел. Мелкие ублюдки. Не говорите, что мне сейчас опять придется. О, клин маленький. Спасибо. Так, я думаю, снаряды ко мне покатятся. Так, где Дима? Мелкий пиздюк. Не видно совсем. Вот.
нахуй лучше. Иди сюда. Андрей Тихонов. Тут, кстати, нужно будет повесить убитый. Ох. Отстой, по воздуху бегает. Особенно, когда не видно ни хрена. Так. В какую сторону, интересно? Походу там тупик. Главное, мелких пиздюков не пропустить. Что там, собаки или кто это? Ох, кто такие? Ёпт. Её пиздец, блядь, она лечится. Ну я уже лупил таких штук. Неугомонный. Да, она прям в угол встала, ее не замочить. Она отхилилась, короче, да? Я так и знал. Все, откисло, наконец-то. Да. Можно было вообще, типа, если не драться, как бы, и все. Пробежать, просто взять предмет и нахер оттуда. Согревающий камень. Ну, блядь, ради такого предмета вообще, по-моему, нихер было там делать. Чисто чтобы руны получить, которые заберут скоро. Где я нахожусь? А, ну все, все, все понятно. Мелкие уебаны. По-моему, а нет. Либо тут можно по воздуху бегать, либо просто подъем. Че? Я что за лупа? Так, ну пока она клювом ко мне развернута, я ее хотя бы налупить могу. Так, еще два мелких поебашки. Так, второй. Я думал, что тут... Да, трое. Одного ты типа совсем не видишь. Ай-яй-яй. Хорош. Что пишут? Может, это предмет? Жестикулирование не помогло. Какие-то бесполезные послания. Ну, так тут ни хрена. Большой переход между локациями.
То есть это данжем каким-то считалось, что ли? Ну почти. Такое. За космо-данж. Нихуя не видно. Священно-заснеженное. Подожди. Поле-то священное. Не видно ни хрена. Отдохнем. От количества. Количество пляжек пополнить. Да и чтоб потом не бежать через всю эту беженю. Так. Вот тут где-то у нас будет товарищ с катаной. А только где его искать, я не знаю. Чуть светится. Тихо. Я так по дороге пойду. Стой. Оп. Так. Так как тут не видно ни хрена. Давай-ка. Меточки. Скатанный до гиганта. А, ну, значит, я его взял. Я взял эту катану, мне колдовства не хватает, чтобы ее таскать. Короче, она для меня она бесполезна. 20 левелов для одной катаны я поднимать не буду. Здорово, мужики. Ни хера не видать. Бля, я же их ставил по прямой. Да ёпта моя мать. Чё происходит? Нахуй, лучше не оглядываться. 20 силы поднял, потому что скалирование посоха Андрей, силы идет. Зато ты 20 силы поднял, зачем-то? Скалирование посоха от силы идет. Бля, там стоп, да, там обрыв. Твою мать. Я потому что с дороги сошел. Ну, тут можно, да, ништяк. Все, теперь только по меточкам. Ни хера не видно. Брык. Не, вроде тут можно, да, тут можно спуститься. Нахуя сделали, чтобы вообще ничего не видать? Цепляет бдительность. Первую метку, я так понимаю, я просрал. Да. Паять. Что за свет? Тут записульки оставлял. Ладно, сейчас карту возьмем, хотя повиднее будет. Костер. Что там в видениях? Хорошо. Вот здесь Микеле. Переход. Вот сюда. Микела, миление, моление. Хуй знает. Пошли вот сюда. Ну, заодно и
Тут много чего исследовать. Тут такая локация большая открылась. Да. Носиться тут много. Херово, что не видно ничего. Ага. У нас город, короче говоря, большой. Ну, из него, да. Я видел то, что из него попадали прям. Это Микели, Малини, короче. К этому боссу, который считается типа самым сложным боссом в игре. А чё? Сейчас у нас с коня-то стресс. Вот, блять. Бегала, чтобы прыгнуть все-таки в итоге, да? Падла какая. Надо ее вальнуть. Блин, маленький даже рядышком. По идее, надо сначала душу найти, а потом она найдет. Душа, вот. Где этот ранда-то? Пробую метеоритами ее. Хотя давай, наверное, мечом. Это несется сзади. У тебя быстрее. Еще разок. Хорош. Подохла гнида. Драконий кузнечный камень мрака. Слушай, а ее надо было завалить прям. Прям в обязаловку. Прям чем туда шел. Таких камней немного дают, но это максимальная прокачка оружия. Можно типа посох Лусата вкачать. Нам вроде как чуть-чуть получше посоха Азура. Кузнечный камень, восьмерка, нихрена, прикольно. Так, мы этого товарища, наверное, просто обойдем. Пусть он там все стоит. Чё? Руины желтого Аникса. Кто такие пацаны? Бля, там какие-то мега-крысы бегают. Ну там пусто. Давай сюда пройдем. Пи-пи-пи, блядь. Надо валить. Все повставали. А похер, я на коне. В очко пошли. У
Блин, тут ландшафты меняют просто. Сейчас весь замок расхерачат. О! Помещение все нашлось. Тихо. Вот так. Оп, и туда. Возможно, конечно, меня сюда не пустят, потому что я кого-то не завалил. Нет, все нормально. Все нормально, пустят. Невыносимое безумие, но это молитва. Возможно, хорошая, но это надо вера. Я не знаю, сколько там веры она требует. Может быть, она мне и подойдет, кстати. Так, давай опять на лошадь. В принципе, что, все руины от эти я обошел. Пойдем в данжи. Данжи лампочку зажжем. Я вот тут где-то. Странная локация, конечно. Ну, в принципе, тут все на горах. Вверх, вниз, хер знает, куда идти, как обычно. Вот. Пойдем дальше, посмотрим, что там. Ну, наверное, большой будет. Ходу я за него. Ну, я попробую успеть, конечно, его пробежать за 20 минут. Надо на работу собираться. Что, туннель желтого Аникса. Хорошо. Босс, как обычно, там два будет или один, какой-нибудь повторный. Ну, если что, следующий стрим как раз с этого начнем. С этого данжа. Подожди, а еще что-то. Иди, ты не имеешь права. Сперва вниз, а тогда требуется дверь. Что да, вниз тоже можно. Я думаю, что это короткий путь к боссу. Ну, как во всех этих данжах бывает, открывается вообще с другой стороны. Ну вот все. Тогда вопросов нет. Как туда? Оп. Че все дохлы? О, и кто-то. У меня, кстати, лифт замерз. Не будем рисковать, неохота бежать этот данж заново, давай-ка мы, да, будем лечиться, короче. Там что-то электрическое. Вон там что-то такое фиолетовое светится. Стопудово можно сразу же вниз прыгнуть. Вообще наверх. Возможно, тут надо будет
сделать прыжок вниз, чтобы камень брака 8. Наверх подняться, чтобы вниз спуститься. Наверное, ну, такое любят дело. А, либо подожди, либо я сейчас срезку открою. Серьезно, он меня убил. О, бля. Сейчас заново, чё? Весь данж. Хотя можно попробовать. Лишних ребят. Это сюда. Так, бежим вперед. Ха. По-любому мне туда вниз надо, вот туда, блин. Либо срезка какая-то, не знаю. Я его нашмалял. Потуши. Чем ты поднимаешься, ты реагируешь-то на вот этого, который прямо стоит, но убивает тебе вообще другой, который сзади. Подъем засчитан, короче. Подожди, как-то это все странно. Что за хрень фиолетовая? Я он вышел, просто войну какую-то устроил. Блять, он сейчас убьет меня. Да твою мать. Можно вниз, короче, падать. Может, метеорит их вызывать. Ну, метеорит попробую. Опять спидраним. Ай, это было практически смертельно. Надеюсь, я не сдохну. Я что понял? Бля, походу нет. Вали ты нахрен от меня. Я не тут с ним дрался. Это какой-то другой.
короче, Лепасовский. Пошел уже. Он с ними дерется, что ли? Хуя. Разборки прям. А мы не будем влезать. Все, и до свидули. Хоть такой шанс выпал. Как бы нет. Угу. Там не пособирал, но правда жалко то, что этого не замочил. О! Сейчас надо думать, как этого завалить. Второго. Блин, ну он, кстати, он жирный. Да мне и восьмерку прям наваливают вообще. Под жопой же. Я думал, комету нет, но нет. Комета не прокатит. Потому что он уворачивается. Камень мрака 9. Не зря я сюда сходил, кстати. Выхрен там себе Виви. В босса дорогой отправил. Вот это срезка. Опа. Срезочка есть. Жена. Ну да. Ну, потом, если что, давай. Анимация не работает, чувак. Астер звезда тьмы. Оу. О май гад. Я не ожидал, кстати, этого босса тут увидеть. Что там, чем Тихия занимается? Я только сейчас нападать начал. Плохо дело. Да, хуй там. О, трави ту мразь. Чем больше, тем лучше. Ай-яй-яй-яй. Где он? Все.
Ништяк. Ну так-то напихали мы его, что? Давай еще есть минут 10 почти. Сейчас попробуем. Попробуем еще раз. Вдруг получится. Так. Сейчас я попробую. Прям кометы. Через туман нашего чудика вызываем, бахаем флягу, это бахаем, получаем по щам просто возле входа. Ну он также этот блять, эта курва также действовала, когда я первый раз с квестом Рении с ним бился. Тоже. Только заходишь на сразу. Странно, что он не сваншотил, кстати. Ну, хоть бежать недалеко. Ну-ка, дай-ка в тебя долбануть чуть-чуть. Ах, если бы не слиняла. Неплохо. Блин, две пляшки лишние долбанул. Ну-ка, дотянусь, нет? Ну чё-то дотягивался. Я лишние две фляги долбанул. Давай, ближе, 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 да твою мать. Ну как они уйдут от этих метеоритов? Ну как? Они просто на всю площадь херачат. Щит не поможет явно. Наверное, надо как телепортацию, что ли. Я не помню, как первый раз я убивал этого босса. Так, возле входа его не бьем. Сразу же. Да, долго, долго. Долго мутится атака. Я встать не успел.
Ну, если у нее атака изменится, то можно типа встать и дважды ему треснуть. Давай еще раз так попробуем. Если нет, тогда на следующем стриме продолжим. Надо вспомнить, как я его убивал первый раз. Босс сильный, но не сложен. Попривыкнуть. Второй раз. Так. Это дело. Ну давай, фляжечку. Оп. Да ёбану, это курва, блин. Ваншот, нет, я не успеваю, надо собираться. Надо собираться на работу. Поэтому в следующий раз его завалим. Тут придется еще, наверное, ну, раз пять, наверное, сбегать, чтобы более-менее получилось. Ладно, будем на этом стрим заканчивать. Всем спасибо за просмотр. Кто хочет поддержать, подписывайтесь на канал. Лайки, пальцы, комменты. Все.